Добрый день, друзья мои, гости канала. С вами Алина, и вы на канале «Израиль. Жизнь других людей». Сегодня суббота, и я приехала показать вам красивый порт в Кесарии, в старом городе, где старые постройки, мало что изменено. Я расскажу вам немножко историю и покажу вам эти красивые руины. Оставайтесь со мной, вы увидите все самое красивое. Шалом хаверим. Анахну айом бекисария. Намаль кисария. Ани руца ляарот ляхем. Ма ая лифне амон шаним по. Вима нишар. Ше ая безмано ая шалит. Ордус. Ше ая митасек лорак бе. Иняним шело. Или ая гам хашувлю. Литасек бе михера ве ликнот бе сахар без маноша ю шольтим это ромаим. Тиру изи йофи. Вы видите меня? Хуц мизе шуа я маршим ве мифуар ве миюхат. Ушимешки маанели цорых мамаши лишталев в сахар избаут бен Рома ли Александрия. Кроме этого, что был красивый и такой король, но его очень интересовало связи с Александрией, бизнес, продажа соломы, сена, пшено. В основном этим он занимался, здесь продавать. Вот магазин. Красивый магазин. Сувениров. Алана, Елена, ресторан Елена, магазин. Мы находимся на Маль Кесария, порт Кесария, друзья мои. Очень красивое место. Намаль Кесария, хаверим, энд варим каэли. Порт Кесария, машу миухат, бэмэт. Тиру эзи йофи. Рак тиру эзи йофи. Вебихинам, ло лишалем, ло лишалем. Кнеса ли по уля 14 шекель. Друзья, вход сюда стоит 14 шекелей на человека. Оно того стоит, тиру эзи йофи. Вот они улехат ахи лималя, ляарот ляхем ахи яфе. Пристань, шели по бетахаю баима, у нее так долет. Сюда приходили все портовые корабли для продажи. Продавали зерно, продавали пшено. Когда Рома и Александрия, какая красота, друзья мои. Смотрите, как красиво. Вау, как красиво, как красиво. И вот весь город, все руины у нас на виду. אנחנו ממשיכים לטייל על חוף של קיסריה. מאוד יפה. Очень красиво, друзья мои. Мы продолжаем гулять здесь по берегу моря. В
все эти руины, которым 200-300 тысяч лет, когда еще здесь был правитель Ордус, и когда Рома здесь была, итальянцы, и Александрия. Very, very, very beautiful. Друзья мои, смотрите, здесь ныряют. Так классно. Вот здесь ныряют. Можно все, кто любит. Кольмишоев. Лицлёля ям. Кесария намаль михакелахем. Я хочу спуститься к воде. Попробовать теплую водичку. Очень красиво. Ой, класс. Класс, класс, класс. Хаверим, ванахну мамшихим, бекисария атика. Друзья мои, мы продолжаем нашу прогулку по старой древней Кесарии. Древние руины. Рестораны не древние, которые уже сейчас открыты. Но эти все постройки никто не трогает. Все эти камни. Венкама аванимели. Шлош мочана. Лё, мей хадес рештеми срезая. Это все, друзья, с 11-12 века. Ой, какая красота. Все как на ладони. Кесария Атика. Красота. Друзья мои, я благодарю всех, кто был со мной в этой прекрасной прогулке. Спасибо всем зрителям и гостям канала. То дали колецу фим, кольнича, а я идти бати юлязы. То симу лайким, тершимут, гувод, миша, автотохен. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Алина на канале Израиль. Жизнь других людей. До встречи, берегите себя и своих близких.